Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем дальше прокачку аккаунта на US-ке и качаем героя на архидемона. Это будет такая вот химка. Чем герой хорош? Где его использовать? Честно скажу, старенький герой используется только на архидемоне. Почему используется? Потому что так же, как и укротитель, увеличивает получаемый урон цели. Также имеет встроенное замедление, что немаловажно, поэтому талантиком у нас стоит именно смертельный удар, но возможно будет еще раскол и наоборот будет руна метеушка, это тоже будем тестить. Только нужно дождаться определенного архидемона, чтобы уже наверняка сказать, что у нас по герою. Она бьет впереди на единичке 3 цели, сейчас мы сделаем ей больше целей. Вот таким вот образом. Так, теперь она бьет 9 целей впереди себя. Поставим ей ремочку, покажу, как это действует. Или пока не поставлю ремочку. Так, где наш укротитель? Снимаем с него эти все прибамбасы. Ставим ей ангела. Больше, честно говоря, нигде. Когда-то я пробовал, трешивал ее на битве гильдии, но в нынешних условиях вы не особо уже потрешуете. Она бьет все впереди себя. Сейчас вам покажу. Вот таким вот образом, как видите. Но урона у нее, честно говоря, хватает. Это она у нас только что била без эволюции. Посмотрите на урон. Урон, конечно, отличный. Скоро у нее будет 12-й скилл. Тогда будет поинтереснее все. Аналогично делается все так же, как и на укротителя. Ну, вот так вот, в таких вариантах еще возможно она будет тащить. Видите, от скилла урон офигенный. С руки пока урон небольшой. В общем, шатает она, шатает, и причем очень прилично. Так, кто там у меня огнекрыл на очереди? Тоже будем его под архидемона прокачивать. Тоже там очень нужен. Ну и не только под архидемона. Так, окей, давайте наберем, чтобы быстренько сделать первую аву, перейти ко второй. Можно, конечно, там на начальных уровнях, опять же, использовать химку на многих локациях, но это не особо вас, скажем так, спасет в плане прохождения, потому что немножко герой не тот. А вот против одной цели, такой как архидемон, это самое то. Так, делаем ей эволюцию. Окей, забираем книжечку. По чарам опять она дальник, можно пиромага, можно поставить, если нету вариантов, ассасина. Просто он будет бежать вперед, это дополнительное время на потерю. А вот пиромах, так как он тоже бьет издали, в принципе, отличный, скажем так, вариант. Так, аугментация, окей. Ее можно в магазине купить, не помню, сколько она там стоит. Сейчас будем делать вторую эволюцию, глянем. Вот видите, у меня тут уже сразу появился Найт. Давайте попробуем. Так, ну это, конечно, интересно. Пятый. Это кто у нас? Атлант. Давайте Атланту цепим. Так, ну тамплиер, по сути, никому не нужен. Вот опять ассасин. Ну, пока оставлю, пусть пока будет. Так. Что по чарам сказал, по созвездиям. По созвездиям то же самое. Выбираем по максимуму крита, так как у нее крита нету. Поэтому надо максимум крита и собирать, чтобы был там по возможности все крит. Ну тут как-то получше крит идет, чем на укротителе. Так,
Так, ну. Вот так вот даже, видите. 6 словили. 6 пятерок сразу. Так, окей. Поехали. Качаем дальше ее. О, у нас там вылезла жабка. Как всегда. Нравятся мне жабки на этом сервере. Вот. О, ничего себе. Посмотрите, какая жабка интересная. 5 штук Виталбуна. Самоцветов. Что, 3000 пакетов? Это жесть. Это просто жесть. Не знаю, что вы на это скажете, но вот так вот, ребят. Супер. Супер жаба за 50. Мы ее, конечно же, заберем потом. Так, use. Сейчас откроем. Ну, в принципе, можно максимум открывать. Все равно героев качаю. Так. Такс, поехали набивать золото и переходить уже ко второй. Вот чем герой интересный, конечно, урона, в принципе, прикольно она бьет, урона много, но единственное то, что бьет только впереди себя, это уже ограничение, то есть бьет здание, то есть если бы она била только героев, думаю, было бы очень востребовано на битве гильдий. Так как у нее тоже, скажем так, не маленький урон, и плюс еще дополнительно на деф понижает. Было бы очень интересно на это все посмотреть. Ну а так, больше она на сегодня не особо актуальна. Что там у нас, Фрея уже появилась? Фрея, слава богу, слабенькая. Так. Есть, отлично. Добиваем, делаем 185. Них, как видите, тратится немерено. Так, если за КГшки мы будем... А, она по 20к, да. 20к одна карта стоит. Сумасшествие просто. Так, вот у нас есть уже вторая эволюция. Качаем ее дальше. И уже на максимум посмотрим на ее статы. Возможно, она там... Я не помню, в следующей судьбе или под Новый год. Сейчас зайдем, посмотрим. Когда она там будет. Да что такое, все с юнитами, все под битву гильдии уже готовятся. Один я как качаю героя, делаю нуба прокачки. Думаю, к выходным уже успею сделать. Хотя это можно, в принципе, за день сделать 400 косилы. Это не проблема. Но, честно говоря, не к спеху я стараюсь делать вам обзоры на героев. Поэтому все так тянется. Чтобы вы увидели уже всех героев. То, с чем качать полностью все пособие. Так. Вот когда выйдет на нее скин, тоже, кстати, будет очень интересно. Можно будет поставить и раскол тот же самый, и ТУшку потестить. Потому что два героя вкачивать особо смысла нет. Так, отлично. А, я что играюсь у нее еще? Качать и качать. Что-то я заговорился.
думал, уже все. Смотрите, как просел. Жестко у нас вольт. Офигеть. Да, круто просел вольтик. Наполовину прям просадил. Офигенно бьет, конечно. Единственное, что она не выживает очень долго. Вот это минус. Выживем, не выживем? Нет, конечно, не выживем. Как это нас огнекрыл не ушатал с одного раза, странно. Так, окей, отлично. Оживляем. Герой, алтарь. Грейт. Вот такая вот у нас сборочка получилась. Ну, здесь я ее, конечно же, потом докачаю. Нам для теста, в принципе, хватит. Так, что мы имеем? Докачиваем максималку. Жизни, как видите, 119 тысяч. Атаки девяточка, побольше, чем у Кратителя. Ну, в принципе, все. И скорость атаки немножко выше. Но за счет замедления тоже неплохо. О, вот так вот даже. Смотрите, еще какой мне пак пришел. Офигеть. Круто. Щедрое, не щедрое последнее время. Спасибо, спасибо. Вот так вот, такие вот паки здесь. Шапки веселые. Поехали в рейде, посмотрим. Попробуем сейчас какого-то наказать. Непонятно кого. Да запарили все с орниками. Что такое-то? Вот так вот она бьет, видите, наполовину героев снесла это, причем не 12 скилл, не атакующий план, но реально очень крутая. Так, давайте еще. 245 тысяч, офигеть, вот это она рубит, конечно. Стрелка там, конечно, она жестко шатанула. Давайте на экспедицию глянем. Покажу вам ее здесь. И в принципе. Вот так вот, смотрите. Фига себе она просаживает. Это дикая вообще. Жестко. Честно говоря, очень жестко бьет. Надо ее с порочным пактом. Если дали, пишите лайк, пишите в комменты. Порочный пакт. Прокачаем, посмотрим, что это будет. Но это просто жесть. Долбит она, конечно, нехило, я вам скажу. Конечно, то, что юниты есть еще. Ну все, Рину, видите, быстро ушатал. В принципе, все, вот такой вот герой, видите, уже на архе. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.